Пройдись-ка, Вова, туда-сюда. Да ты вправду суперзвезда. Ты парень стройный и так поешь. Кого захочешь, с ума сведешь. Ошибка вышла в моей судьбе. Стать не артистом хотелось мне. Здесь люди смогут меня понять. Любил я деньги, эх, собирать. Эх, по-братски, разделим мы престол. Водой не разлить нашей дружбы. Мы просто российский двуглавый орел. Мы символ налоговой службы. Ты знаешь, Вова, я не пропал. И всем известным, как видишь, стал. Но по секрету могу сказать, Я с детства деньги, я тоже деньги люблю считать. Мундир парадный тебе идет, жаль, одеваешь его раз в год. Ну что же в праздник тебе скажу, Я в ФНСе давно служу. Эх, по-братски, разделим мы престол. Водой не разлить нашей дружбы. Мы просто российский двуглавый орел. Мы символ налоговой службы. Мы просто российский двуглавый орел. Мы символ налоговой службы. Эх, по-братски, разделим мы престол. Водой не разлить нашей дружбы. Мы просто российский двуглавый орел. Мы символ налоговой службы. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Мы с Володей в прямом эфире телеканала «Россия» от всей души поздравляем с юбилеем нашу Федеральную налоговую службу, которая сегодня исполнилась четверть века! И для нас большая честь, дорогие друзья, что в вашем празднике символом концерта стал наш двуглавый орел с Львом Валерьяновичем. И хочу сказать честно, что мы не просто поем и шутим, мы еще много лет служим ФНС. И не случайно мы сегодня в парадной форме. Вот, так что... Да, Володя, несмотря на то, что она такая красивая, элегантная, да, она бюджетная. Так что мы с тобой в тренде. Ну, это тоже символично, как и тот факт, что художественным символом России является птица тройка, которая сейчас, вот сейчас прилетит. Вылетит на эту сцену, да. Чтоб поздравить песней ФНС. Через горы, реки, через лес к нам летит, как тройка в русской сказке, Кадышева, Матвейчук и Басков.